Мисс Маккаферти, вы с Тедом, кажется, хотели усыновить ребенка, не так ли? Да. Позвольте спросить, почему же вы не стали рожать своего? Потому что у Тедди нет члена. А почему же у Теда отсутствует половой признак? Генетический дефект? Эй, козел! У него нет члена, потому что он игрушка, а у тебя почему? О-хо-хо! На, умойся! Да! Ну что, ты умылся, очкарик? Да, понял! Кто? Тишина! Мистер Беннет, как бы вы определили ваши отношения с Тедом? Он мой лучший друг. То есть вы не считаете его вашей собственностью? Да какая он собственность? Он же человек. Да в нем больше человеческого, чем во многих людях. Вы видели Стивена Тайлера? Это что еще такое? Какое-то жуткое женоподобное существо. Ваша честь. Не возражаю. Спасибо, ваша честь. Теперь вы. Мистер Беннет, где и когда вы впервые встретили Теда? Родители принесли, когда я был еще мелким. Ага, значит, принесли. А где они его взяли? В детском мире. Простите, я не расслышал. Повторите, пожалуйста. В детском мире. Все ты, сволочь, слышал. Это агрессия ни к чему, мистер Беннет. Да, тебя тут никто не любит. Я видел, как ты обедаешь один. Ты неудачник. Ваш, мистер Беннет. Заболей птичьим гриппом. Мистер Беннет. Извините. Значит, ваши родители купили Теда так же, как можно купить бейсбольную перчатку или велосипед. Нет, совсем не так. Протестую! Это моя фраза. Это просто цирк какой-то. Значит, ваш суд мне доказывает, что я хуже других людей. Вы точно то же самое делали с педиками. Нет. Теперь, прости, с гомиками, Вы точно то же самое делали с гомиками, но так же нельзя. Мисс Джексон, обуздайте вашего клиента или обоих привлеку за неуважение к суду. Да пошел ты. Значит так, я буду биться за себя и буду биться за гомиков. Мы достойны уважения. Тед, заткнись. Чел,